Эффектное желтое туловище и ярко-красные губы. Напомаженная красотка-гусеница вальяжно разместилась на клумбе. Мадам Жужу встречает жителей 23-го дома и поднимает настроение. Построили мы ее, цветник сделали. И это крокодила, и вот эту жужуку сделали. Детишкам очень нравится. Жители шутят, гусеница скоро станет бабочкой, может и улететь. Но есть и другие обитатели двора, которые не уйдут, не улетят и не уползут. Дети в 23-м доме на мехзаводе точно знают, что крокодилов бояться не стоит. Геннадий уже 5 лет проживает на территории района. Вот покрасим ему глазки. Потом добрые женщины покрасят его туловище, и будет Гена как новенький. Дел во дворе немало. Нужно и клумбы прорядить, и рассаду высадить, и бордюры покрасить. Зато потом как приятно выглянуть в окно. Вы представляете, вот подойдешь к окну, вот у меня Наташка, она его работает из 24-й квартиры. Каждому цветку радуется. Ой, расцвел у нас тюльпан сегодня. Ой, как все красиво. Сегодня посмотрели, значит, травка уже всходит, вот мы там посадили. Жители, вот видите, какое принимает участие. Не все могут помочь руками и делом, работа, но каждый человек вносит свою лепту. Приносят удобрения, семена, краску, в общем, помогают облагораживать двор, кто чем может. Мне хотелось бы выразить благодарность и, в общем-то, обратиться ко всем жителям нашего поселка, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы они своих детей приглашали на субботники, чтобы из поколения в поколение эта традиция оставалась и только шире и шире делалась. Каждый год ТОС привозит землю и снабжает необходимым инвентарем. Садоводолюбители благодарны. Сразу используют все в дело. Про Ольгу Черепанову во дворе говорят, в ее руках даже палка цветет. А все потому, что Ольга знает секрет. Когда сажаю рассаду, говорю, растите, мои хорошие, большие, здоровые, сильные, чтобы потом радовать нас все лето. Каждую осень на мехзаводе есть традиция подводить итоги цветочного сезона. Награждают победителей на празднике цветов. Победители получают лейки, семена и комнатные растения. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.